Несмотря на внушительный вес 43 пуда или 770 килограммов, колокол выглядит не таким уж большим. Его высота всего 106 сантиметров, диаметр почти метр. Колокол такой массы называют благовестником. Его отлили на Московском колокольном заводе в память о погибших испытателях. Сплав использовали классический – оловянистую бронзу. Ее применяли еще наши предки. В этом сплаве медь и олово. Олово где-то 18-20%, меди, соответственно, 80-78%, вернее, 82-80%. Раньше плавили руду, поэтому частота металлов была не такая, как мы можем сейчас позволить себе. Мы работаем на достаточно чистых металлах, процентное содержание примесей там где-то 0,05%. После удара языка звук еще долго разносится по округе. Толстые стенки колокола как нельзя кстати подходят к лесной местности. Именно они помогают звуку пробиваться сквозь деревья. Колокол дополнит ансамбль звонницы храма Иова Многострадального. Художественное оформление колокола соответствует русским церковным традициям. Его изготовление заняло примерно месяц. Это процесс непростой, требуется предварительная подготовка. Сначала делают модель колокола, потом форму, в которую будут заливать нагретый до 1000 градусов металл. По традиции, пока смесь не застыла, в нее бросают свечные огарки из храмов. Считается, что таким образом в колокол заключается молитва. После застывания внешнюю поверхность колокола шлифуют и полируют. Даже сквозь упаковочную пленку видно, что поверхность блестящая. На нижнем ярусе юбки колокола отчеканены имена погибших сотрудников ядерного центра. В средней части изображены лики святых. Чуть выше проступают слова молитвы. Предполагается, что колокол осветят в годовщину гибели испытателей 8 августа. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.